Всем приветик, ребята. Одели перчатки, маски и выходим в магазин. Точнее, мы сейчас идем на почту. Я на утку похожа, кря-кря. Вот они, маска с клапаном, ей дышать намного проще, чем мне. А у меня собирается конденсат. Я бы не сказала, что проще, Саша. Нагрелась. Но через клапан дышать же проще. Кстати, у нас есть такой вот экран в лифте, и ты можешь голосом управлять и спрашивать что-либо, погоду там, какие-то новости. Погода. Вот, погода высветилась, видите? Маска дебильная, это как ворона какая-то. Сидит девушка беременная без маски. Молодец. Мы сами их не носим, а ты рассказываешь. Мы носим. Первый раз одели. Ты лишь бы напиздеть на меня? Точно. Я говорю о том, что она беременная, сидит, блин, без маски. Мы сейчас, кстати, идем на почту за масками. Тяжелее, Саш, чем в этой дышать. Да? Да. Сейчас просто нельзя входить на почту без маски. И в некоторые супермаркеты большие особенно также без маски не пускают. Вчера мы ходили в большой супермаркет, и на входе там проверяют температуру. И каждому посетителю брызгали руки антисептиком. Увеличилось количество людей с масками на улицах. Я ни одного пока не увидела в масках. Но в магазинах все в масках сейчас. Ну потому что закон про маску будет 6 числа. Еще не 6. Я наконец-то разобрался, как включить 60 кадров на айфоне. Точнее, я знал, как их включать. Я не знал, как монтировать 4К в 60 кадров. Потому что у меня была старая программа для монтажа. Я установил новую, и там эта функция уже есть. Напишите, как вам в 60 кадров. На улице такое солнце офигенное. На обратном пути зайдем, купим круассанов миндальных. И вода у нас заканчивается очень быстро. Потому что мы пьем по бутылке в день, 1,5-литровой. Каждый. Тебе идет эта маска? Но это не воняет. Вот я думал, из-за клапана дышать проще. Когда дышишь, вся маска вот так вот сплющивается, как с бутылки воздух. Вот так, как вакуум такой каждый раз. Потому что она плотно очень прилегает. Я еще плюс неправильно одела, видите, нижнюю резинку. Потому Тань, что зеленый светофор. У нас отделение почты не очень близко. Я когда смотрю на доставщиков еды по улицам, мне немного стрёмно становится, кто именно будет доставлять тебе еду. Потому что всегда я забираю курьера еду, а не ты. Я вижу, кто мне приносит ее. Иногда очень стрёмные чуваки. Пришел я на почту, тут очередь нужно ожидать. Впускают по одному человеку. Люди соблюдают очередь. Забрал свою посылку, смотри. Угу. Пошли открывать. Я не буду одевать грязную маску на лицо, она не стерильная. Ну идем тогда за круассанами. Я не знаю, сколько здесь масок, наверное, 4. Тут, походу, все черные маски. А я хотел, чтобы мне сделали розовую и салатовую маску. Люди в очереди друг друга шарахаются, отходят на 2 метра. Мы пришли в булочную, называется на Волконский, вроде бы открыто. Вот они. Выберите, пожалуйста. Таня опять возмущена, что пакеты включают в стоимость. Это так тупо. Я уже рассчиталась. Прошу пакет. Она говорит, 2 гривны. Пофиг, сколько он стоит, но, блин, он должен быть бесплатный. Это тупо жлобство. Разделите вы стоимость пакетов и коробки на всю продукцию, чтобы она была для покупателя незаметной.
Но не говорить каждый раз потом, когда уже пробили ваш чек, а нужен ли вам пакет, и еще раз проводить транзакцию. Да, это тупо неудобно. Если в сумме ты покупаешь одежду, а тебе еще... А вам пакет нужен? Да, 20 гривен. Или в руках неси. Кусочек Барселоны в Киеве. Это старый костел. Сейчас еще зайдем, купим воды, хотя вроде бы вчера только покупали огромную пачку, а все закончилось. На компот варила. А, это все на компот ушло? Одна бутылка. Какой день офигенный, так тепло, может погулять. Скоро же вообще запретят везде ходить в парках, хотя уже вроде бы не разрешено гулять в парках, если ты без собаки. И в парках только вроде бы одному человеку можно находиться с собакой, без собаки нельзя. Нам нужна срочно собака для того, чтобы ходить гулять. О, у нас есть Гуфи. В следующий раз мы будем брать Гуфи с собой. Ну, собака. Ну да. Мы выгуливаем собаку. Все правильно. Мне очень не нравится запах у этой маски. Пришли мы в этот конченый магазин. Здесь ужасный выбор, конечно. Таня пытается в который раз найти разрыхлитель для блинчиков, а его здесь нет. Нет, не привезли. Яблочный сок взяла? Здесь нет сахара в составе. Все, мы вернулись домой, снимаем эти маски. Сейчас распечатаю свою посылку, мое посмотрим. Лицо покраснело все от того, что там теплица была. А прикинь, как врачам работать целыми днями в очках и в масках. Смотрите, какие тапочки. С отеля Принцесс. Кто помнит этот отель дебильный? Это Принцесс? Да. Вон на них же написано Принцесс. Вот твоя посылка. Класс, грязный тапок на диван. И грязную посылку на диван. У нас фобия грязных Нет, посылок. Все, что с новой почты, оно в принципе чистым не может быть, неважно, блин, в коронавирус или нет. Тань, пожалуйста, не произноси это слово. Меня так это заебало. Да, меня так заебало, что ты меня снимаешь. А Таня сегодня обещала на обед приготовить рыбу. А Саша свитерок. Свитерок! Ты что поешь? Так, давайте откроем эту посылку одной рукой. Чем бы его открыть? Тань, дай ножницы. На микроволновке ножницы лежат. Проверим. А, здесь Танин швейцарский нож. Сразу с ножницами. Так.
И? Показываю свое поведение. И что? Снимаю тебя тогда, когда ты не хочешь. Классное ощущение? О, да. И что ты этим добиваешься? Таня начала меня снимать, потому что не хочет, чтобы я ее снимал. Открыл я посылку, внутри вот такие вот пакеты. Тут штук 5 масок. Вот, они черные. А вот есть и розовые. И красные, и синие. Они разноцветные. Я для тебя розовую маску заказал. На, забирай. Уйди. Что, уйди? Бери розовую маску. Под розовую постель. Ты берешь? Вот, смотрите, как маска подходит под постель. Я хотел салатовую, но мне выслали красную какого-то хрена. Сейчас примеряю. В каждой пачке было по 2 маски. Я понял, что они все разноцветные, просто я сразу не понял. Это синяя, вот это зеленая. Просто она темно-зеленая. И в каждой упаковке по 2 маски. То есть розовых масок тоже 2. Как-то так она выглядит. Она мягкая. Написано, что ее можно стирать. Точнее, нужно стирать. Напишите, как вам. Размер вроде бы подходит.